Добрый день. Я всегда люблю читать Евангелие от Иоанна, первую главу, и люблю всем про это говорить и указывать, потому что вот в первой главе, а там все сказано. Там абсолютно все. Там вот даже в первых там, 5 стихах там все мироздание описано. Абсолютно все. Но, естественно, если мы читаем, а так, прочел, поэтому, а ничего не найдем, конечно. Если мы читаем с благоговением, там столько открывается. Там столько открывается, что не удаешься. Сколько здесь, здесь все в этих словах. Ну, я не буду рекламу делать, я просто скажу, процитирую. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Значит, мы после грехопадения, наша природа исказилась, помрачилась. То есть мы сейчас думаем, что мы нормальные. Да нет, мы сейчас ненормальные. Вот тогда были в раю нормальные. Что имеется в виду? Дело в том, что Бог, он целостный. И у него мысль, слово, дело – это одно и то же. Нет разделения на мысль, на слово, на дело. И открываем Библию, первую главу, читаем. «И сказал Бог так, и стало так». И сказал Бог так, и стал так. Сказал Бог, то есть Слово Божие. Бог сказал, Бог сделал. То есть Слово Божие творит. То есть настолько он всесовершенный, всемогущий, что Слово творит. Адам с Евой были подобны Богу. Ну, я всегда говорю, в соответствии как с нашей природой. Это как отражение, допустим, солнца, там, в какой-то капельке росы на траве. Она отражает все солнце, но, естественно, в другом масштабе. Так и люди имели Божьи качества, естественно, в нашем человеческом масштабе. Вот. А после грехопадения у нас произошло разделение. Мысль, слово и дело. Мы можем думать одно, говорить другое, а делать третье. Или вообще ничего не делать. Первое. Второе. У нас опять дело, оно не всегда может стать делом. Очень часто там какие-то инструменты нужны. Как лопату, чтобы землю скопать. То есть опять мы несовершенны. А Бог всесовершенен, и Он сотворил мир. И опять же, что говорит, что все через Него начало быть, без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть Бог – источник жизни. И это не только источник жизни, Он все время нам эту жизнь дает. И дальше, опять важные слова. И свет во тьме светит, и тьма его не объят. Это касается нечистой силы, оккультизма, магии и прочего, порчи, проклятий с глазу. Что мы сейчас? Приходит церковь, батюшка, мне порчу навели. Батюшка, мне насмерть сделали. Батюшка, мне венец безбрачия одели. Да ты сама на себя одела, чтобы дурацким характером. Упрямым, строптивым, настырным, своевольным. Я подошел там, поговорил там пару слов, все, извини, подвинься. Так. А те, кто, извините, не обижайтесь, те, кто до брака, имели блудные грехи, все. Она уже одела на себя этот венец сама. Потому что Бог не просто так девству дал. Не просто так. Все, ее уже, к ней интереса нету. Ну, ее поимеют. А зачем ты мне нужен? Зачем брать? То есть другой подход у мужчин к этому. Она уже не нужна. Ну да, с ней это интересно время провести, там побыть какое-то время, сами понимаете, в каком смысле. А как для жизни уже все, интересу нет. А вдруг, вот мне венец безбрачия. А мне там какая-то там бабушка сказала, а мне там какая-то колдунья сказала, мне венец безбрачия. Да нет этого ничего. Мы сами портим свою жизнь. Ну не хочется признать свои грехи. Значит, надо кто-то виноват. Кто-то у меня венец одел, кто-то порчу навел. У меня там черная полоса. Да не бывает черных полос. Потому что каждое следствие содержит по своей конкретную причину. Сделал так, получил это. Если опять у меня характер дурацкий, я в семье там никому не уступаю, у всех там, естественно, конфликты, скандалы.
с этим же характером иду на работу, там я опять конфликты, скандал, меня начальство не любит, меня начальство увольняет, я злой еду там в машине, я гаишник останавливает, я на гаишника собаку спустил, права отобрали, естественно, правильно. Зачем с властью ссориться, так я, тем более, если он прав. Вот. Я потом, ой, у меня полоса без ключей приходит, у меня черная полоса. Да какая полоса? Возьми себя в руки. Так. Начни жить по-новому, покайся в грехах. Начни контролировать собой то, что наша воля, она выше ума, выше чувства, выше эмоций. И воля должна управлять чувствами, эмоциями и процессом мышления. То есть делать надо не то, что хочется, не то, что делается, а то, что надо делать. Человек должен владеть собой. Хочется кому-то высказать в глаза то, что про него думаешь. А зачем? А не надо. Хочешь высказать кому-то в глаза? Выскажи себе про себя. Вот я такой, вот я сякой, вот я упрямый, вот я настырный, вот я то, вот я сё. И исправляйся. А других не трогай. То есть каждый сам себе отвечает. А мы как? Вот я как есть или какая есть? И как нет? Уж такая и как есть. А ты будь хорошим или хорошей. А так не бывает. Я должен себя плохой видеть, а у других хорошим. Почему? Потому что плохих людей не бывает. То есть люди Богом созданы все хорошими. А плохое, что у нас есть у всех, у каждого, это, ну, как вот заноза в теле. Вонзили, она загнивается, вот этот гной. Мы должны понимать, или там, извините, такой всегда некрасивый пример, просто. Всякий человек, извиняюсь, ходит в туалет. Но мы же не судим по человеку о том, что он оставил в унитазе. Точно так же все плохие наши качества – это наши духовные испражнения. Или там гной, или неважно чего. И мы должны видеть человека хорошее, а вот себе испражнения смывать. Мы ж, вот представь себе, человек сам не моется, а других требует – помойся, помойся, ты грязная. А я нет, я ничего. Мы себя должны мыть духовно, тогда будет нормально все. Так вот. Я про оккультизм. И свет во тьме светит, и тьма его не обет. То есть, дьявол подобен тени. Бог есть свет. Тень никогда не может на свет повлиять. Тень никогда не может обнять свет. Поэтому, когда мы эту, знаешь, грубо скажу, эту дурь берем в голову, порчу навели, еще что-то навели, еще что-то сделали, мы, во-первых, отказываемся от Бога. Не признаем его всемогущество, не признаем его свет, а поклоняемся тьме, а поклоняемся духовному навозу, поклоняемся тени, которая не может ничего. Еще раз говорю, дьявол тень. Он может только пугать, угрожать, блефовать, но сделать не может ничего абсолютно. Болезнь навели, или там приходят, ой, мне там иголку подсунули, там в косяк. Батюшка, соль подсыпает, мне стаха соль подсыпает. Ну хорошо, тебе в магазин за солью ходить не надо. Только и всего. Песок подсыпал, ну и что? А с могилы, ну и что? Ну ничего не будет. А мы боимся. А вот дьявол приходит через страх. Если мы боимся, значит мы не доверяем Богу. Вот что страшно. Богу не доверяем. Тогда будет дьявол. Мы сами лезем туда. Далее. Вот к Рождеству подходим, я пропущу. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о котором я сказал, что идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». То есть, ну понятно, Иоанн был пророк, Иоанн Креститель, и он говорит то, что Бог говорит ему. Он понимает, что... Он, как он говорит, я недостоин ему даже ремень на сапогах развязать. Недостоин. И от полноты его мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина от произошли через Иисуса Христа. То есть Бог своим пришествием дал нам, даст
даст, имеется в виду, вот не Рождество, благодать, да, благодать на благодать, то есть то, что Бог пришел, дал благодать земле, но сугубую благодать, она придет тогда, когда Господь воскреснет, вознесется, и Дух Святой сойдет на землю. То есть, когда появится церковь и таинство церкви, да, уже благодать на благодать. Так вот, некоторым закон, закон, закон. Что говорит Господь? Закон дан через Моисея, то есть через пророка. А благодать через Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Разница есть? Конечно, есть. Любой закон, он всегда несовершенен. Любой закон. И возьмите там государственные законы. Они тоже несовершенны. Я уж не буду говорить, что сейчас много одного и того же человека. Вернее, ну да, одного и того же человека можно за одно и то же преступление и засудить, на тяжелый срок отправить, и похвалить, еще и наградить. Какой закон подтащишь? Во-первых. Во-вторых, никакой закон не может учесть всего. Там, да, вот ты совершил это, тебе за это положено это. Ну, один совершил то, что хотел, на пакость хотел там кого-то убить, или там избить, или отнять, или украсть. Другой не хотел, но получилось. Закон не может все учесть. Поэтому он несовершенен. А вот благодать, она учит все. Потому что там любовь Божия и благодать Божия. То есть Дух Святой сходит. Так вот, опять, где благодать? Только в церкви. Поэтому, чтобы нам помыслы не подсказывали, чтобы нам бес не подсказывал, что да, я верующий, да, мне Бог в душе, да, я крещенный, но не воцерковленный. Отговорки всякие. Благодать получаем только в церкви и только в таинстве. И без них мы, извиняюсь, неполноценны. Потому что Бог есть источник жизни, источник любви, источник блага, источник добра. Приобщаясь в таинство к этому, мы становимся совершенными, обретаем любовь, благо, добро. Некоторые скажут, у меня любовь есть. Я часто слышал, у меня любовь. Я там подсказываю людям на исповеди. Любви мало. Не, полно любви. Полно. И на какая любовь? За ребенка глаза выцарапаешь? Да. А это разве любовь? Или кошачий инстинкт? Любовь, когда я люблю всех. И тех, кто меня напакостил, и тех, кто мне плохо делал, кто меня обманул, кто еще что-то. Он сказал, умеет так любить? Да, это любовь. А эта любовь, она возможна, опять же, только, опять же, когда мы любим Бога. А любить Бога мы когда можем? Опять же, только через таинство. Что такое таинство? Что такое причастие? Еще раз говорю, любовь – это потребность соединиться с объектом любви. Причастие мы соединяемся с Богом, с объектом любви. Мы приобщаемся к любви. И само причастие – это есть воплощение нашей любви к Богу. Потому что мы соединяемся с Ним. Поэтому не надо слушать разные помыслы, что там Бог в душе, что я... Слава Богу, ничего. Нет. Мы все должны обязательно исповедаться и причащаться. Сейчас, опять еще раз напомню, идут святки. Время не гулянок. Да, никто не говорит, можно отдохнуть, можно все, но это время, когда мы должны молиться как можно больше, чаще. Исповедаться, причащаться. Для этого нам как раз это время и дано. Всего доброго.